На территории округа участились случаи ДТП с участием двухколесных транспортных средств. За последние две недели произошло одно ДТП с участием велосипеда и два дорожно-транспортных происшествия с участием скутера. По информации отдела госавтоинспекции, участниками данных происшествий являются молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет. Они не имеют водительских удостоверений, а транспортные средства не зарегистрированы. Один из случаев произошел в Нарьян-Маре накануне. Компания молодых людей разъезжала по городу на скутере. До момента ДТП транспортное средство зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одном из зданий. Вчера произошло дорожно-транспортное происшествие, когда водитель скутера управлял, получается, скутером и перевозил помимо себя еще трех пассажиров. Не справился с управлением, совершил опрокидывание данного транспортного средства, в результате чего один пассажир получил телесные повреждения различной степени тяжести. Данный гражданин на сегодняшний день госпитализирован, находится на стационарном лечении. Еще один случай, но уже с участием юного велосипедиста, произошел на улице Воучейского. На записи с видеорегистратора видно, как на дорогу с обочины выскакивает подросток на велосипеде. Велик врезается в ближайшую машину, а мальчик убегает на тротуар. Сотрудники ГИБДД напоминают юным участникам дорожного движения, нарушение правил ПДД может привести к серьезным последствиям.